Всем приветики! С вами канал Art Mania. И мы с вами в Струковском саду. Сегодня я нарядилась, иду в своем новом луке. Короче, фиг знает, как это называется. Тут там ступеньки. Смотрите, как классно. Тут маленький фонтанчик, люди отдыхают, там свадьбу сейчас видела. Люди входят в новую жизнь, новый период. Козочка тут. Такой, как маленький фонтанчик. Там маленький. Такой интересный пристройчик в Струковском. Так, спустились мы к набережной. Кстати, там вдалеке такой вид классный. Виден какая-то часть, как будто совершенно другого города. Здесь такая растительность, здесь вообще так классно. Если что, напоминает город Самара. Там люди отдыхают, представляете, в таком лесочке. А, ну правильно, жара же. Короче, где-то здесь у меня муж. Должен загорать. Фу, вонища какая-то. Или подальше. Или поближе. Я что-то не помню. Короче, где-то тут. Музыка играет, я слышу. Надеюсь, что камера не уловит ее. Но народ отдыхает. Народ наслаждается. Это хорошо. Это очень-очень хорошо. В
кстати, немного народу. Но Женьку я не вижу. Сейчас с вами попробуем посмотреть тот берег. Кстати, народу не так много, бывает и побольше. Все-таки многие боятся. Кстати, пляжный сезон открыли, видите? Стоят лавочки, стоят переодевалки. Наш сезон открыт, раз они стоят. Потому что так их убирают обычно зиму, и они не стоят. Но все равно пусто все. Дороги пустые, народ где? Где народ? Непонятно, где он. Никого нету. Все куда-то подевались. И на пляже никого нет, и в городе никого нет. И в парке тоже там вот мало сидят, никого почти нету. И я тут, короче, иду такая. В новых своих кроссовках, новые шорты одела, новую кофточку одела. Но сильный ветер. Ветер, как бы он холодный такой. Немножко где-то холодно, где-то жарко прям. Тем более в этой кофточке мне прям что-то довольно жарковато. А где-то местами прям даже и холодно. Ну, из дома я выходила, мне было прям холодно. Я еще подумала, блин, надо было штаны одевать. До Женьки я не дозвонилась. Блин, я даже не помню, где они отдыхают с друзьями. Ну, хотела просто посмотреть и пойти дальше. У нас сегодня с вами тоже разные планы. Не знаю, получится мне заснять или нет. А мы, кстати, Струковские, там сцена. Розы какие тут. А, мы все под цветами. Как моют фасады? Видел кто-нибудь? Наверняка никто никогда не видел. Ну, видно, кстати, грязь. Прикольно. Никогда не видел, честно. Первый раз в жизни такое вижу, чтобы вот так мыли фасад. Ладно, буквы, но фасад.